Вот, приехал я к вам. Меня 4 дня не было. Ну, не целых 4. Ну, долго. Вон, блюдо-то съели. Там что было? Вон там сухари с молоком. Здесь... Постой, что? А, каша с тушенкой. Ну, в этом блюдце... Так вода и была, что-то не выпили. А здесь каша была какая? Каша с этим, с чем же? А с куриной тушенкой? Мясо цыплят называется, чё? А что-то не доели, вон там под ними сухари. Ну, этого кошачьего корма я им дал пока. Вот, Лавров и Шойгу. Хорошо едят. Пришли. А Путина не пускают. Вот он, Путин маленький. Ну что это? Я сейчас ехал, к деревне подъезжал там под горой. Сороки что-то клюют около дороги. Остановился, поглядел. Валяется одна шкура. Ну, шкура кошачья. Кошка. Неужели это ваша маманя Матвиенко? Да кто ее там убил-то? Я вообще не понимаю. Уезжал я, по той же дороге ехал. Никакой там кошки, шкуры не валялось. Да главное, мяса нет совершенно. Шкура вывернута. Не знаю. Как будто вот охотник убил, стал шкуру снимать. Там, ну, для каких целей? Может, на сдачу, может, на шапку, на воротник. Все, ни мяса, ни костей нету. Одна шкура. Ну, может, эти, как его, сороки, вороны расклевали все мясо-то. А шкура только осталась. Не знаю, я так подумал. Может, кто-то из вас, он типа... Лавров-то уже немножко крупненький, но там шкура покрупнее. Вот на вашу маманю кошку-то. Ну, в направлении к поселку. А кошка ваша маманя убегает в противоположную сторону. К селу. Будем надеяться, что она жива. Но что за кошка это? Не знаю. Шкура не дикой животины, там было бы куницы или хорька, норки. Нет. Я всех хорошо знаю. Изучал не один год. Не как диплом биолога, охотоведа имею. Да и немножко работал. А уж в природе-то в лесу. Как меня, вон с какого, с 4 класса потянуло, так и стал изучать природу. А сейчас вот живу, больше полгода живу почти в дикой природе. Деревня заброшена. И вот меня осчастливили. На 30-й год уже, 31-й год пошел, как я здесь обитаю в этой деревне. Все люди исчезли, охотбаза, правда, вот. Хороший дом охотники купили. Киров охота. Сделали охотбазу. Но они вот охотятся на кабанов, на лосей. Открытие охоты бывает, когда так приезжают. Кучно, семейно. Здесь пристрой вот делают. Воду у них... Вода была скважина. Что-то нынче лето. Сухое, да, пересохла вода. Вот делают другую воду какую-то, проводят. У нас здесь в колодце вода-то немного есть. Ну, зачерпнуть ведро можно, да и я насосом качаю. О, Путина опять отогнали, вон куда-то отошел. Ну вы все, живы, здоровы. Я уж опасался, думаю, вы-то куда-нибудь не делись ли. Да у вас еще корма осталось, тут еще дней... Дня на 2-3.
вам хватит. Ну вот то-то блюдо они хорошо съели. Там молоко было с сухарями. Сухарей у меня здесь много. Я где-то мы жили с печкой в цивилизации-то. И там, когда хлеб оставался, я все в духовке сушил, сушил, сушил. Есть-то, конечно, не ели. И вот я сюда, в деревню, привозил. О, Шойгу наелся уже, пошел по своим военным делам. О, прыгнул. Ага, прыгнул, и вон от лапки туда, в эту, в тарелку вон туда что-то у него отвалилось. Ну, корм какой-то. Так он куда пошел-то? Вон там где-то, вон глазки светятся, вон там. А, во. Шойгу на командном пункте.